Всем привет-привет, и я рада видеть вас на моем канале. Итак, сегодня мы с вами приготовим вот такие вот невероятно вкусные капкейки «Красный бархат». Они получаются влажными, в меру сладкими и, конечно же, безумно нежными. Ну что ж, давайте будем начинать. Нам понадобится 230 грамм муки, 200 грамм сахара, 2 трети столовой ложки какао, 1 восьмая чайной ложки соли, 1 вторая чайной ложки соды, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 яйца, 80 грамм растительного масла, 190 миллилитров кефира, 1 пакетик ванильного сахара и краситель. Соду смешиваем с кефиром и оставляем где-то приблизительно на 5-10 минут. В дежу миксера отправляем наши яйца, сахар, ванильный сахар и соль. И отправляем взбиваться приблизительно на 10 минут. Ваша масса должна стать белой. После этого переключаем миксер на минимальную скорость и начинаем вводить растительное масло. Выливаем его тонкой струйкой для того, чтобы яичная смесь опала как можно меньше. После того, как ввели все растительное масло, точно так же тонкой струйкой стараемся выливать наш кефир. Продолжаем вымешивать на низкой скорости до полной однородности. Муку соединяем с разрыхлителем, какао и тщательно перемешиваем тоже до полной однородности. Добавляем нашу мучную смесь на низких оборотах и точно так же вымешиваем до полной однородности, чтобы не было комочков. После того, как ввели всю муку, можно вводить краситель. Он может быть гелевый, тогда вы его добавляете сразу. Если у вас такой же сухой, как у меня, то предварительно его нужно развести водкой либо водой. Раскладываем наше тесто по капсулам и выпекаем при температуре 180 градусов приблизительно 17-20 минут до сухой шпажки. Такие в итоге у нас получились капкейки. Я очень буду рада, если данный рецепт вам понравился, и вы поставите мне свои лайки. Также я, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были с нами сегодня впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!